кинотеатре «Искра» состоялся показ спектакля по повести Валентина Распутина «Прощание с матерой». Постановка получила первое место на областном конкурсе «За гранью софита» в 2022 году. Светлана Синицына, руководитель, сценарист и режиссер театральной мастерской клуба «Активное долголетие». Она, как никто другой, переживает за работу своих учеников. Надеемся, что они не будут волноваться и хорошо сыграют спектакль. «Прощание с матерой» – одно из самых известных произведений деревенской прозы. В нем автор поднимает очень важные вопросы, такие как взаимоотношения человека с природой, сомнительная ценность технического прогресса, сохранение памяти предков. Валентин Распутин, который, так сказать, глубоко очень в своих произведениях описал вот именно жизнь, быт, психологию, проблемы русской деревни, ну, середины 20 века. Алеша Звонников, наш материнский-то мужик-то, ой, знаем, ой, порядочный был баламут, да. А вот Алеша до работы-то была хочет. Роль Настасьи исполнила Нина Варфоломеева. Она со школьных лет принимает участие в творческой самодеятельности. Сейчас Нине Александровне 82 года. И это только цифры в паспорте. Ее таланту и энергии позавидуют молодые. Ведь она в свои годы пишет стихи, прозу и сама читает их со сцены. А также играет на гитаре и поет. Я приехала в деревню. Тут болит и тут болит. Руки, ноги, голова. В общем, полный инвалид. Привезла лекарств я кучу. Не вмещаются в пакет. Кашель здесь меня замучил, словно мне под сотню лет. Здесь такая, брат, работа. Поливай, коси, сажай. Пашешь до седьмого пота. Вся в борьбе за урожай. В планах театральной мастерской поставить спектакль по рассказам Михаила Зощенко. И для участия приглашают творческих людей золотого возраста. Дружный коллектив легко примет новичков. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».